Ну, как вы знаете? Юра, а ты чего не говорил? Знаю, старый там есть. Вот одну тяжелую песню, сейчас будем сбиваться, все прочее. Ну, не могу не сделать. Уже выезжал сюда, позвонил некий Валера Коновалов. Это человек, который долго-долго работал на радио «Свобода». Сказал, ничего тут хорошего, да? Но интересно, что это друг Игоря Морозова, который у нас всегда открывался. Он такой советский человек. И тогда он крутил эти песни Морозова мои. И можно было там говорить правду, правда не стал. Потом, когда началась Чечня, там, по радио «Свобода», я говорил то, что мне здесь глотку затыкали, значит, насчет героизма наших ребят в Чечне. Это, ну, короче, он позвонил и говорит, ну, ты вот для меня там, они же будут все смотреть по интернете, я потом вам скажу, где это все будет выложено. Вот, для меня, говорит, спой вот там самую красивую песню. Говорит, да я эту песню 100 лет не пел, она очень тяжелая. Говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот, выполняю просьбу Валера Коновалова. Песня называется «Джалалабад». Если вспомните, спою. Днем ветер, ночью снегопад, морозные рассветы, а мы летим Джалалабад, Джалалабад. Летом там вдали вдовых ветвях больших, как сороки, десятки желтогрудых птах устраивают скоки. Там берега, реки, куда травой покрыты сочной, и над водой молочный пар восточный дышит ночью. Там пальм упруг, ель, листы, как зеркала сверкают, и звезды с чистой высоты по ним в траву стекают. Там, как на елке в Новый год, пунцово красным шаром, бесценный безымянный плод красуется старым. Там над ручьем стоит камыш, три роста человечих, летучая ночная мышь порхает в нем беспечном. Там обезьяны из чащоб пугают из гамута, там снайпера стреляют в лоб, что должен, кроме шута. Там снайпера стреляют в лоб, что должен, кроме шута. Днем ветер, ночью снегопад, морозный